Почему конопля так эффективна в рыбалке и в ловле карпа в частности? Именно в ней содержится большое количество омега-3 и омега-6, что так необходимо карпу. Помимо этого, она улучшает пищеварение, карп быстрее опорожняется и возвращается снова на точку. В каком виде бывает конопля? Она бывает в сухом виде, вы можете ее сварить, либо вот в таком варианте уже готовом, который продается вот в таких вакуумных пакетах. Также конопля бывает в жидком виде в таких ликвидах. Она бывает как обычная, так и острая, когда вы хотите спровоцировать неактивного карпа на поклевку. Здесь также большое количество омега-3 и омега-6. Ну и бывают еще различные фод-миксы, например, вот такой. Здесь уже конопля идет в сухом виде с добавлением сыпучей прикормки, что можно использовать в ловле на метод, фидерной ловле или присыпать в ваш спод-микс для ловли трофейного карпа. Подписывайтесь на наш канал и узнавайте еще много секретов о ловле карпа.